смотрите, пошли маяки. Габлак маякует, что крипы уже на базе. И вот он! И вот он, релокейт! Вот то, о чем я говорил! Минус один барак! Минус второй барак! Второй не добили, решили один. И улетаем. Только крипы зашли, и еще и подерется немножечко. Итак, два барака. Мили барак здесь и мили барак здесь. Следующий релокейт закончится мега-крипами, скорее всего. Ну ладно, не мега-крипами, но еще вот здесь линия просядет. В МИИ нужно играть без трех бараков. Без четырех, извините, бараков. Как это тяжело, вы себе представить не можете. Я думаю, можете. Рошан. НВМИ сюда не могут просто сойти. Они далеко на базе. Сыра Эгис. Купол. Фобос. Куда? Купол. Вообще никуда. Одного флая. Сейчас убьют. Убили флая. Сыр надо забрать. Сыр маг не может забрать. Сыр тупо валяется. Илидан. Гоним. Блэк Холл. Отлила. Отличный. Просто по троим. Сайлента сбреют. Сайлента сбрили. Нет бэкбэка у Сайлента. Ну и тут валяется просто сыр. Я не знаю, кто его там взял. И взял ли его хоть кто-то. Ну в итоге резолюшн тоже в таверну. Нет байбека у троих. Здесь два голых барака, которые не донесли имперцы. И они на Рошане умирают все. При том, что на Рошан, на Рошан они зашли очень давно. Здесь прилетает маг. Radiant Courier has been killed. Неважно что там. Бейс рейс будет проигран. 2700 было в курьере. Бейс рейс будет проигран. Здесь нет глифа. Будет глиф через 19 секунд. Возможно, хватит. Маг, Т4 товара, один маг, здесь падает, глиф через 11, не хватит времени, 9, 8, 7, берет, бежит резолюшн, получает хекс, его избивает, падает трон, НВМИ. Охренеть просто.